Здравствуйте, дорогие коллеги. Пожалуйста, если меня хорошо слышно и видно, поставьте огонечки. Я буду видеть, что вы слышите и видите меня. Итак, так, бабушку унесла. А сейчас... Так, хорошо слышно и видно. Отлично. Ну что ж, меня зовут Айкош Калачан, и сегодня мы поговорим об арт-терапевтических методах коррекции поведения детей. Пару слов о себе. Я педагог, психолог. Ой, отлично, благодарю вас. Педагог, психолог, консультант по вопросам воспитания детей и много чего, что на моем опыте есть. Я сегодня буду делиться с вами опытом и рассказывать. Друзья мои, благодарю вас, вы представились, из каких вы городов. Хотелось бы еще и узнать, кто вы по специальности, что вы преподаете, кто у нас здесь присутствует, учителя, психологи, логопеды или кто. Вот вижу педагог, психолог, Нижний Новгород, прекрасно. Я тоже из Нижнего. Итак, что рекомендуется? Во-первых, рекомендуется от вас сегодня желательно активное участие, отвечать в чате, вот как вы сейчас хорошо все это делаете. Также желательно делать заметки. Смотрите, не обязательно писать то, что я говорю, потому что вот эти презентации, которые сейчас есть, вы можете их скачать. Если посмотрите на экране, есть такой значок, четырехугольник сложенный и с уголком сложным. Вон там как раз эти презентации, которые вы можете скачать и посмотреть. Самое главное, записывайте свои мысли, потому что они быстротечны. Пришли, ушли, а именно в этот момент идея, которая пришла, может быть вам очень полезна. Рисуйте каракули. Каракули – это потрясающая вещь. Когда вы пишете, лучше запоминаете. И надо иметь в виду, что дети, например, в школе, когда вы рассказываете им, они что-то каракули пишут, то они вас еще лучше и внимательней слушают. Поэтому не нужно им запрещать это делать. Еще лучше, если вы лепите. Тогда более глубоко информация, полученная, проникает вам в мозг. Делайте упражнения, которые я буду предлагать сегодня вам, и также прислушивайтесь к своим ощущениям, потому что арт-терапия – это в первую очередь про ощущения. Так, ну что ж, смотрю. Педагог, психолог, художник. Так, музыка, психолог, преподаватель музыки, педагоги, психологи. Ну что ж, здорово. Изобразительное искусство – это вообще в тему. Люди, которые занимаются, преподают именно творческие предметы, и тем более лучше социальный педагог, учитель, дефектолог. Ну что ж, друзья мои, музыкальный руководитель. Прекрасно, прекрасно. И сейчас мы с вами продолжим наше путешествие. Вообще, чем полезна арт-терапия? С помощью арт-терапии можно сделать диагностику состояния ребенка, детей в целом. Но на этом можно не останавливаться. Диагностика что показывает? Эмоционального состояния. И здесь очень важно учесть одну вещь. Когда ребенок рисует, здесь показывается, диагностируется его эмоциональное состояние или восприятие мира прямо сейчас. Это не значит, что он всегда так воспринимает, а конкретно в данный момент. И меняя рисунки, мы можем корректировать его поведение. Еще есть один такой интересный вопрос. Как ребенок воспринимает реальность? Вот это надо учитывать, потому что вы сделали замечание, одинаковое замечание всем в классе. Для кого-то это абсолютно все равно прошло мимо ушей или в группе. Кто-то прислушался, кто-то обиделся, кто-то сник.
То есть каждый ребенок по-своему воспринимает информацию, сказанную вами. Вы чуть-чуть громко сказали, чтобы все услышали на задней парте, а ребенку показалось, что вы закричали. Ему так кажется, он так воспринимает реальность. И иногда ребенок может даже говорить, нарисовать какое-то жестокое обращение, может казаться. Но это со стороны родителей или кого-то. Не всегда это действительно жестокое обращение. Иногда это его восприятие, его ранимое восприятие реальности. Но это о чем говорит? Это не надо сразу трезвонить в полицию, звонить и так далее насчет, что родители все плохо, но с другой стороны ребенок сильно переживает. И именно благодаря коррекции мы на этом моменте мы можем помочь ему преодолевать все эти сложности. И очень важна еще практика. Потому что то, что мы сделали, то, что мы осознали, это еще очень мало нам нужно, чтобы мы это еще и все осознали. Осознали, плюс еще телом закрепили. Вот когда мы закрепляем это телом, то тогда уже получается совершенно другой уровень восприятия и изменений, внутренних изменений, потому что наша задача сегодня посмотреть, как можно корректировать состояние ребенка. Как будем корректировать поведение детей? Мы будем убирать агрессию, страхи, уныние и прибавлять силу воли, дисциплину, находчивость. То есть, когда у нас есть вот сила воли, есть дисциплина и находчивость, все остальное можно преодолеть. Иногда нам кажется, что агрессия, страхи, уныние – это разные вещи, но это совсем не разные вещи. Это одно и то же в разной дозировке. У нас есть определенные деструктивные чувства, да, стыд. Мы часто даже нас, когда воспитывали и механически, мы тоже иногда можем, как тебе не стыдно, да? А дальше страх. Страх, который взрослые боятся за своего ребенка, передается ребенку. А может, он сам тоже имел какой-то опыт, благодаря чему он испугался. И это получается чувство страха. Чувство уныния, когда ну, не могу я ничего сделать. И здесь у каждого из этих чувств есть свои градации. И агрессия, проявляется агрессия. Нас больше всего беспокоит, когда... потому что это агрессия, он пошел, кого-то ударил и так далее. И нам доставляет это какие-то неудобства, когда мы видим, когда ребенок проявляет агрессию. Нужно, чтобы предоставить другие чувства. Почему? Потому что если мы посмотрим, карта сознания Дэвида Хокинса. И мы видим здесь различные, в первом столбике описаны энергетический уровень и чувства, да, позор, чувство вины, апатия, горе, страх, если снизу поднимаемся, и мы видим. Дальше, в следующем оценка, то есть энергетическая оценка, энергетическая заряженность, которая присутствует в этом состоянии. Дальше эмоции, которые в этом состоянии человека, ребенок и вообще человек чувствует, и восприятие жизни. Например, когда ребенок чувствует позор, как тебе не стыдно, и воспринимает жизнь, что его уничтожают. Его жизнь. Это агрессия, эмоции, ненависть. Если мы обратим внимание здесь, то смотрите, первые четыре розовые, красные зоны находятся в этой зоне, переживают чувство позор, чувство вины, апатия, горе, они проявляют аутоагрессию, агрессию к самим себе.
Когда находится в оранжевой зоне, это страх, желание, гнев, гордыня, они проявляют агрессию уже во сне, вовне. Казалось, страх, но страх может замирать, может нападать, вот это пограничное. А когда желание, он делает какие-то шаги активные, отдай мне эту игрушку, нет, я хочу, да, это стремление. И плюс еще зависит ребенок, его эмоционального состояния от того, что вы сдадите или не дадите. Такой ребенок в магазине начинает и устраивать истерики, потому что мама не купила игрушку или что-то. Он усиленно чувствует, что он зависит от чего-то, от взрослых, вот не дают ему свободы, не дают ему чувствовать вот, свою свободу. Гнев и гордыня. Гордыня уже повыше, как бы гнева нет, пренебрежение, чванство. И это все, вот это нижние две зоны, это деструктивные зоны. А дальше уже идет более зеленая зона, это активные самореализации, голубая, это творческий полет, это творчество, радость, счастье. Смотрите, переходом является смелость. Смелость, когда уже у ребенка есть возможность сделать что-то и продвинуться вперед. На что нужно обратить внимание? И по этим ступенькам перепрыгнуть невозможно. Состояние ребенка, можно, взяв его за ручки, поднимать шаг за шагом. Если у него есть позор, чувство позора было, в любом случае он должен пройти через сожаление, уныние, страх, убегание, а потом через агрессию, и только после агрессии выйти в какое-то состояние. Проигравший должен как-то компенсировать, он должен выиграть. Если ему причинили боль, он тоже должен как-то вот это, проявить, кому-то причинить боль, чтобы выйти. Вот такое странное соотношение, но перепрыгнуть через это невозможно. Так вот, арт-терапия позволяет эти этапы проходить постепенно, не причиняя боль живым людям. Вот пройти эти ступени, позор, чувство вины, апатия, горе, подняться выше. Давайте посмотрим, а что есть выше. Дети, которые уже выше, у них смелость что-то самостоятельно делать. Мы даем им полномочия, утверждение. Наша задача, если мы во время диагностики определили вот эмоции нижних двух зон, где зона аутоагрессии и агрессии, приподнять их на смелость, где они могут утверждать нейтралитет. Когда, что такое нейтралитет? А вот и так, с этой точки тоже верно, и он тоже прав, вот он тоже прав. А давайте посмотрим. Доверие, это доверие освобождает человека от вот этих внутренних оков, надетых на себя, которые не позволяют человеку проявиться. А дальше появляется готовность, принятие, разум, любовь, радость, гармонии. Вот эти по всем этим ступенькам слишком долго мы не будем подниматься, то есть достаточно, если ребенок войдет в принятие, готовность, а дальше творчество, смотрите, голубая зона – это творчество. Вот когда рисует, он рисует свое желаемое, он постепенно переходит в зону творчества. И это дает совершенно другое ощущение. Когда дети находятся в зеленой или синей зоне, они не имеют потребности проявлять агрессию. Вы делаете им замечание, они взяли как полномочия, исправили и пошли делать, пошли делать. А если у ребенка недостаточной энергии, он в низких уровнях, он идет и обижается, он идет и плачет. То есть, смотрите, совершенно по-разному проявляется поведение ребенка из-за его внутренней энергии. И как мы выходим, корректируем? У нас вначале аутоагрессия, потом аутоагрессия постепенно переходит в агрессию, после агрессии смелость, активность, проявляется творчество и в конце благодарность, чувство благодарности. И вот это до этого мы дорастем.
Друзья, коллеги, некоторые спрашивают, как получить сертификат. Сертификат будет сформирован в течение часа после вебинара. И наш ведущий здесь напишет вам инструкцию, как все это сделать. Да? Возможно, письмо придет прямо вам на почту. Сейчас вам ответит на этот вопрос. Итак, диагностику. Как мы можем диагностировать? Мне очень нравится тест, простой тест из изотерапии «Кактус». Уважаемые педагоги-психологи, здесь я вижу много психологов. Тесты эти наверняка вам знакомы. Я предлагаю немножко другую работу с ними, то есть пройти на шаг дальше. Вот, вам написали письмо, уведомление придет через час после проведения мероприятия. После этого можно будет перейти к покупке. То есть вы заходите, заполняете, оплачиваете и приобретаете свой сертификат. Так, итак, к нашей теме. То есть сейчас посмотрим, какие изменения я вношу в работе с детьми. Во-первых, простая инструкция. Чем меньше в инструкции слов, тем лучше. Нарисуйте кактус. И мы даем ребенку бумагу А4. Мы иногда можем давать в руки. Он берет, он поставит горизонтально, вертикально. Или можно сказать, а вы посмотрите, как удобно бумагу ставить, горизонтально или вертикально. И он выберет удобным способом. И есть цветные карандаши. Задача – нарисовать кактус. Как мы интерпретируем? После того, как ребенок нарисовал, мы смотрим расположение на листке. А вообще, когда человек что-то рисует, что бы он ни рисовал, ребенок, дерево, растение или что-то, он подразумевает себя, в нем проявляются какие-то его личностные стороны, его восприятие мира, как он себя воспринимает в пространстве, в окружении. И мы смотрим на расположение кактуса на бумаге. Оно внизу, наверху, слева, справа, в центре. Маленькое или большое? Соотношение какое? Если слишком большое, занимает весь лист, там почти нет пространства, именно этот цветок кактус, то это говорит о лидерских качествах, о высокой степени гордыни, когда он хочет занимать больше пространства. Слишком маленькое – это как раз чувство страха и неуверенности. Я маленький, невидимый, хоть бы меня не увидели, не наказали, что-то не сделали, желание спрятаться. А если уже цветок гармоничный, он нормально, тогда адекватное восприятие себя. Я часть этой вселенной. Дальше смотрим наличие иголок и отростков. Почему именно кактус мы степень агрессии? Потому что у кактуса есть иголочки. Некоторые делают очень большие иголки, много-много иголок. У некоторых иголки более острее иголки, тем больше степень агрессии. И иголки, когда... А есть, бывают мягкие иголки, чуть-чуть, и не выходят за край контура самого кактуса, тогда это более спокойные. Если иголок вообще нет, то этот ребенок не может сам себя защитить. То есть это тоже образует некоторые сложности. Он не может сам себя защитить, значит, находится в состоянии чего? Апатии, силы, мы увидим, аутоагрессии. Его агрессия направлена на себя. Если мы видим отростки, отростки – это демонстративность характера. Отростки, цветочки, как человек хочет проявиться вокруг. У кого-то один отросточек, а у кого-то там куча разных цветочки, много-много отростков. И мы видим другое ощущение восприятия. Важен соседство. Следующий этап – соседство, фон, контекст. Цветочек в вазе, ведерочки в свободном пространстве. И дальше цветовые решения. Обращаем внимание, конечно же, на словесное объяснение. Вот здесь, например, два кактуса мы видим. Да?
Один кактус в таком красивеньком, голубеньком вазочке, да, у него цветочек. Цветок — это желание демонстративности, показать. Скорее всего, это девочка нарисовала. Мальчики обычно такое, ну, по-другому рисуют, да. Иголочки. Иголочек достаточно, не так много, они не очень сильные, то есть ребенок чувствует себя, а улыбающийся горшочек о том говорит, что она счастлива, да, ей хорошо. Следующий цветок больше похож на мальчика. Мальчики любят вот черно-белый использовать и других цветов не использовать. О чем здесь? Свободолюбивый, он не в пространстве, он не в доме, не в закрытом пространстве, а на улице. При этом такие видим отростки явные. Человек с лидерскими качествами, который любит свободу и выходит за грань каких-то запретных сфер. Эти объяснения, они часто вот цветовые, линии, какая решительная. Вот решительная линия решительности характера. Что мы можем сделать? Уже после того, как кактус нарисовали, мы смотрим, где может быть ранимость. Вот здесь вполне здоровые кактусы, лечить их можно даже, ну, не знаешь, лечить или не лечить. Сейчас мы посмотрим, потому что самая важная часть все-таки это вопросы, восприятие ребенка, как он себя чувствует. И мы спрашиваем, как себя чувствует кактус? И ребенок отвечает, он счастлив. А тот другой, то он, ему тоже все хорошо. В чем его сила? Как он защищается? Говорит, она красивая, у нее иголочки. Если кто-то злой придет, даст сдачу, да, не даст его тронуть. Чего ему не хватает? И вот, например, вот этот кактус, который на природе, скажет, ему не хватает друзей. А каких друзей не хватает? На самом деле ему армию поклонников не хватает, да? Что нужно, чтобы он чувствовал себя хорошо? И вот тут, что скажет ребенок, мы просим его дорисовать. А давай-ка дорисуем. Дорисуем на этой картинке то, чего ему не хватает. Может, здесь девочка скажет, а я хочу, чтобы там он был на окошке. Она дорисовывает окно, подоконник, что-то еще другое. Это история о друзьях или о чем-то. Что нужно, чтобы этот кактус лучше себя чувствовал? А его надо полить, чтобы солнышко ярче засияло. Мы это тоже делаем. И в этот момент идет внутреннее исцеление каких-то слоев. Даже когда кажется, что вот ничего не надо делать, находится. А бывает, что колючки очень острые. Если ребенок говорит, тогда он слишком агрессивный. Как себя чувствует кактус? Он боится. А чего боится? Он говорит, что может рассказать свою историю, чего он боится. А в чем у него есть своя сила, как он может защищаться, если вдруг на него нападут те, произойдет то, чего он боится, чего ему не хватает, и дорисовывает ребенка. Вот это и есть этап исцеления. То есть мы на диагностике не останавливаемся. Диагностику сделали прекрасно, это только начало работы. И в тот момент, когда ребенок скажет «да», он чувствует себя счастливым, мы завершаем занятие. Мы можем не занятие целиком завершить, а этап рисования. Но хотя бы чуть-чуть его состояние должно улучшиться, потому что мы всколыхнули, сняли проблемную часть, и важно, чтобы ребенок уже успокоился. И после того, как ребенок нарисовал вот эту форму, мы можем инсценировать. А давайте сыграем, например, какими-то бумажными мечами или какими-то вещами делать вид, что нападаем, или
игра, где бегают друг за другом, а кактус как защищает? И инсценирует самозащиту кактуса. Если человек может бежать, то кактус стоит на месте. Он должен как-то своими ручками проявить, сделать гримасу какую-то. А как можно защититься? Можно заорать. Ну давай-ка громко кричи. И ребенок через тело, через эмоции какими-то вещами проявляет. Потом мы анализируем, как ты чувствовал, тебе было хорошо, а дети, если они в группе, а как вы испугались, а вы будете, а что, было очень много или достаточно? Вот здесь идем, калибруем. И здесь ребенок находит уровень, при котором ему комфортно защищаться, отстаивать свои собственные границы, при этом он не перебарщивает. То есть вот в игровой инсценированном виде можно спокойно взять и это сыграть. Вот простая, как бы казалось, практика. Обычный тест перерос в полноценную практику, которая меняет состояние ребенка. А напишите в чате, пожалуйста, вот тест кактус, поскольку у нас очень много психологов, вы как-то делали, как вы с ним, если делали, напишите да, и мне интересно, кроме диагностики, вы пытались как-то корректировать? А, вот вижу, да, есть. А скажите, оно помогает проявить состояние ребенка? Делала и корректировала. Да, то есть вот в арт-терапии что хорошо, то есть можно диагностику и корректировку продолжить друг за другом. Как художник делаю подробнее, подобное всегда. Да. Следующий диагностический тест – дверь. Для чего он полезен? Вообще, давайте послушаем, что вот помогает, так как вы говорите, задавать вопросы по рисунку. То есть диагностика, и у вас есть опорный материал, как поговорить с ребенком, какие вопросы задать, чтобы он раскрылся суть своего страха. Итак, дверь. Вообще, что таится за дверью? Дверь – это выход, дверь – это вход. Мы, когда говорим, выход из сложной ситуации, да, выход на новый уровень, это все у нас в подсознании ассоциируется как раз-таки и с дверью. Ага, вот использовать именно через тело. Мы сейчас и с дверью то же самое сделаем. Так, что берем опять же листы, но на этот раз два листа, четыре карандаша, инструкция, нарисуйте дверь. И после того, как дети нарисовали дверь, мы просим нарисовать на другом листе, а что за дверью? Почему? Потому что не видно. Когда дети рисуют дверь, они могут нарисовать стену, лес или что-то. А кто-то берет и прямо дверь рисует без контекста. Вы можете. А как нарисовать дверь? Ну, дверь какой, которая тебе понравится, какую хочешь, да? И дальше, после двери мы задаем вопрос. Мы можем сказать, а где находится эта дверь? Это первый рисунок. Ребенок взял, нарисовал. И второе, что за дверью? После того, как он закончил, мы задаем опять-таки вопросы. Для того, чтобы диагностировать цветы и так далее, вы все прекрасно знаете, есть этот тест «дом, дерево, человек», да? ДДЧ тесты. То есть там везде есть описание цветов, степени нажима, расположения всего этого. Я сейчас это не буду дублировать, не буду повторять, вы наверняка с этим хорошо знакомы. А, вопрос, дверь открыта или закрыта? И ребенок отвечает, о чем открыто и закрыто? Настолько, насколько ребенок открывает свою душу, готов открыться миру. Он
Через эту дверь входит или выходит, да? Как можно войти в эту дверь? Есть ли определенные условия? Можно сказать, если человек добрый, если скажет, а позвольте зайти, нет, нельзя, надо пароль знать. О чем? Это совершенно разное состояние. Можно зайти, то есть, если я захочу, я впущу, и я скажу, впущу его в свой мир. А когда он говорит, нет, нужно пароль сказать, значит, он ждет человека, единомышленника, где проявляются какие-то невербальные знаки или даже вербальные, но чувство единства. Пароль знает кто? Тот, кто из моего ряда. То есть здесь более строгий контроль. Что за дверью? И вот он нарисовал, а это за дверью. А теперь представь, что ты входишь в эту дверь. Смотрите, если мы сказали, что дверь – это дверь в личность ребенка, и за дверью то, что его внутреннее состояние, то что получается? Готов ли ты посмотреть на себя? Что у тебя внутри? И что там происходит? Потому что больше всего мы боимся заглянуть в свою душу. Да, действительно, эти упражнения можно и со взрослыми прорабатывать. И теперь представь себе, что ты входишь в эту дверь. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущаешь? Что ты видишь? И по каждому деталю в этом рисунке мы задаем вопросы. Вот при каких условиях тебе комфортно выходить за эти двери? Что там должно быть? Что можно дорисовать? А потом уже идем исцеление. Что там должно быть, чтобы тебе было комфортно? И он говорит, а, наверное, здесь нужно звонок поставить. Почему? Ну, звонок, если я буду далеко, я услышу, да? Или наоборот. А вот нарисовать что-то, и ребенок чувствует, что-то нужно. А давай дорисуем. И мы детально, по детали, на двери, вокруг двери, на обоих рисунках мы дописываем, дорисовываем эти элементы, которые нужны. Может, и протестировать свои ощущения. А как тебя чувствовать? Представь, что ты входишь в эту дверь. Как ты себя чувствуешь? А какой ты, когда ты сюда заходишь? А что с тобой происходит? Да, что в тебе изменяется? Здесь переходим уже к практике. То есть мы сдиагностировали, мы сделали коррекцию, когда ребенок уже лучше чувствует в этой картине и инсценируем вхождение в двери. Можно позвонить, постучать, можно взять какой-то инструмент, там, деревяшку постучать по столу или как-то, чтобы показывать, почему вот эти звуки необходимы. А если звонок, как будет он звенеть? У-у-у-у, или он по-другому каким-нибудь образом этот звук издаст. Он даже может пройти, побегать по помещению в детском саду и найти предмет, который вот звучит так, как ему надо. И он возьмет и постучит, и покажет. Вот так, вот так. Хорошо. А теперь войди в эту дверь. Представь. А теперь представим, вот здесь дверь. Даже, или на полу можем нарисовать портал. Здесь нарисована твоя дверь. Заходи. Можно линию на полу начертить, а это линия твоей двери. Ты вошел, пошел. И что ты почувствуешь? И можно несколько раз туда-сюда, несколько шагов обратно входить, выходить, входить и выходить, и калибровать свои ощущения. Осматриваем пространство, входим уверенным шагом или неуверенным шагом. Он с интересом наблюдает туда или уже уверенно идет. А давай зайдем туда как человек, который любознательно интересуется всем. Только тихо-тихо, чтобы никто не услышал. Да, тихо заходим. Как ты чувствуешь? Его ему интересно. То есть мы постепенно пробуем разные ощущения, когда заходим. И здесь же нужно ребенка научить. Можно параллельно о правилах поведения на чужую территорию. А
что за дверью? Это твое или чужое? Кому принадлежит это пространство, если он скажет волшебнику или кому-то? А как мы туда зайдем? Или можно другую линию сказать, а это другая дверь. Это дверь кого-то человека, такого-то другого человека, который ребенок обозначил в своей диагностической работе, да? И здесь мы начинаем говорить о правилах. Когда на твою территорию заходили, у тебя были правила? Если человек войдет и нарушит это правило, как ты будешь чувствовать? Вот нарушит это правило, будет шуметь там, или будет трогать твои цветы, не знаю что. А кто-то другой, каждый ребенок по-своему расскажет. А теперь ты заходишь. Как ты думаешь, что он будет чувствовать, если ты будешь нарушать его правила? А у него какие правила? Готов ли ты на его территории принимать его правила? Вот после того, как ребенок смог принять чужие правила, он может отстаивать свои правила. То есть это взаимно. И здесь можно даже занять не на одно упражнение, не на один урок, а несколько занятий, попробовать именно инсценировать вхождение в двери. Можно с инструментом, можно, а же как он почувствует, если у вас музыкальные инструменты различные есть, да, в музыкальной комнате у нас очень много музыкальных руководителей сейчас присутствует, то дети могут выразить эмоции какими-то трещотками, каким-то инструментом. Он выбирает, и что чувствует? Вот так. Если их много, они могут все по инструменту взять. А что вы чувствуете, когда заходите в эту дверь? И они начинают вот этот издавать звуком. Кто-то мягко, вот как дверь, а кто-то вот так трясет, ему неудобно. И эти ощущения мы даем им переживать, проживать. Завершаем всегда занятие на ощущение, когда ребенку уже хорошо. Состояние плохо, когда есть напряжение, мы не завершаем. Следующее, музыкотерапия. Как раз, во-первых, мы делаем привычную разминку, изучаем инструменты, можем прикоснуться, потрогать, почувствовать, позвенеть, послушать. Выбирая понравишься. Можно делать занятия в группе, можно индивидуально. И это и в садике, и в школе. И на инструменте вначале сыграем приветствие. Давайте, как вы будете говорить «здравствуйте». И все хором «здравствуйте». И только без слов. Мы договариваемся, что слов нет. И слова говорит только ведущий, учитель, да? А дети изображают это на каком-нибудь инструменте. Причем музыкальным инструментом, таким универсальным, служит и бумага. Обычная бумага. А4 ее можно вот взять и трясти. Можно по ней постучать. Так, я сейчас покажу. Вот. К примеру, у меня такая бумага, я взяла. Вот я пальчиком бью и стучит. Получается шум, да? Может, вот так. Здравствуйте. Кто-то вот так сделает, вот такой. Здравствуйте. А кто-то сделает вот так. И мы видим беспокойство человека. И таким образом делает вот эти упражнения, шумы создает. Здороваемся. Дальше можно на инструменте сыграть вот радость. Как вы сыграете радость? Вот вам радостно. И они начинают. Даже можно звук поднять. А теперь голосом. Ну, будут шуметь, если это позволительно вас, можно пошуметь. А когда грустно, как, то можете вот так. Грустно. Печально, больно. Кто-то возьмет эту бумагу, прямо сожмет, вот, сделает вот так, и будет вот это больно. Это тоже ощущение. Это вот уже до такой степени больно. А интересно, когда он берет
и сглаживает. Каждый ребенок по-своему найдет способ выражения своих чувств и эмоций. А потом сыграть любимое занятие. Вот. Что ты любишь делать? Играть с куклой. А сыграй, как это ты бы сыграла? Играть с куклой. Там в компьютере, в телефоне. Ну, мальчики начнут вот эту мелодию из компьютерных игр, может быть, как машина едет, бурчать, урчать. Каждый что-то свое найдет. А что ты при этом? Они начнут, во-первых, имитировать звуки, вот когда касается компьютерных игр, вот этого. А дальше мы говорим, а что при этом ты ощущаешь, чувствуешь? Вот тогда он начинает по-другому, другие звуки издавать, потому что для нас важны ощущения. И дальше работа со взаимоотношениями. Уже во время какой-то работы мы посмотрели, а сыграй на инструменте свои отношения с мамой, папой, не знаю, с игрушкой, со школы. Ты и школа. Вот сыграй, ты школа, ты друг по парте, ты, скажем, мама, папа, там, вот эти. А дальше, вот с кем у тебя есть проблемы? Проблемы в отношениях, и он начинает это играть. А сыграй вот это. Неважно, даже ребенок в группе может назвать имя, может не назвать, но он сыграет. А как ты хочешь, чтобы было? Смотрите, первая часть был разогрев. Дальше вот здесь произошла некая диагностика, когда он сыграл отношения с мамой, папой, друзьями, сестрой и так далее. Выявляются уже проблемные ситуации, мы продиагностировали, а дальше, а как ты хочешь, чтобы это было? Так, посоветуйте, пожалуйста, какую игру можно провести, терапию для группы детей в детском саду, чтобы дети, например, начали слушать педагога. То есть группа сложная, дети очень активны, с дефицитом внимания, их очень сложно собрать. Смотрите, первые, они должны выплеснуть свою энергию. Для этого можно сказать так, ребята, сейчас мы начинаем топать по моей руке, вы начнете шуметь, но вы должны по одному моему знаку моментально замолчать. Вы даете этот знак. Какой знак? Вначале этот знак может быть хлопок, то есть движение, пуск. Далее они начинают шуметь, и вы замолкаете. Еще раз 2-3 круга порепетируйте, когда они могут шуметь и моментально замолчать. Это войдет в игру. И дальше вот этот инструмент молчаливости, который вы сделали, это может быть движение, а потом и голосом, вы можете использовать в самой группе. Для них молчание, вот тишина, сосредоточенность станет как бы моментом игры. Уже не то, что заставляют это приказы или что-то. Это момент игры. Вот играйте шум и тишину поочередно, и дальше все пройдет. Итак, мы работаем с проблемными чувствами. А как хочешь, чтобы было? Сыграй, расскажи. Ребенок рассказывает. Что ты тогда будешь чувствовать, если вот это изменится? Вот если он сделает хорошо, а что ты будешь чувствовать? А как ты при этом будешь разговаривать? Как ты при этом будешь ходить? И можно и репетировать ходьбу. Ребенок, дети выходят и ходят. А как ходит уверенный в себе человек? А как ходит грустный? То есть мы по этим всем эмоциям учим, позволяем им выразить эти эмоции. Потому что, как мы сказали, по ступенькам надо поочередно прыгать, подниматься. Перепрыгнуть через не получится. Нужно, чтобы дети это все прочувствовали. Можно в дальнейшем в игровой форме там движениями перепрыгивать вверх и вниз, это по градации как бы, но в реальной жизни им надо постепенно. А вот в игровой форме достаточно для себя обнаружить эти чувства. Иметь, как есть словарный запас у человека, если он может использовать эти слова, также у него должен быть эмоциональный словарь.
если у него внутри есть эмоциональный словарь, то он это выражает. Причем словарь как вербальный, так и невербальный. То есть слова, название чувств и телом ощущение вот такой, а потом вот такой уверенный, то есть эмоции. А лицо можно показать смайлики, играть вообще смайликами. И это современный язык, дети их лучше понимают. Показывают смайлик, а теперь покажите личикам этот смайлик, они сами вот это сделают. Даже руками, ногами, всем телом изобразить и эти чувства. И дальше вы показываете чувства, а теперь сыграй, покажи звуком. Можно вообще великолепно кошачий язык или собачий язык. Если у детей дома есть какое-то животное, кошка, они все эти эмоции могут выразить голосом кошки, звуком кошки. То есть мы сюда добавляем как словарь эмоций, заполняем различными телесными ощущениями. Иногда можно поставить фигурку. То есть, если мы отношения с кем-то, и ребенок не может сосредоточиться, мы это в индивидуальной работе, да, можем представить, вот эта игрушка, эта фигура олицетворяет вот этого человека. Попробуй с ним поговорить. И тогда что получается? Мы их меняем местами. А теперь подумай, представь, вообрази, а он что при этом чувствует? А как он ответит? Вот это та же самая игра шахматы. Шахматы что делает? Он предугадывает ходы следующего игрока. А здесь мы предугадываем его чувства и его действия. Если ребенок будет осознавать, что да, ему будет больно, и он мне даст сдачу, он раза три подумает, сделать или не сделать. Вот задача здесь именно вот такая. Очень я люблю работать с метафорическими ассоциативными картами. Маг. Как? Ну, это то, что я представлю, это может быть и универсальный вариант. Выбрать карту состояния и карту желаемого. Вот сейчас что я чувствую? Это можно в открытую брать. Из любой колоды. Это могут быть лица, это может быть там сюжетные колоды. И ребенок выбирает вот это, или вообще идеально подходит животное. Если котомоции, колода карт такая есть, Константина Довлатова, прекрасно. Там кошки совершенно разные, это через животных передаются все эмоции. Бывают роботы различные, где разные эмоции, разные состояния. Ребенок берет, говорит, вот я это чувствую. Можно даже в закрытую открыть. Вот представь, что ты сейчас достанешь карту того, что ты сейчас чувствуешь. Он достает и активирует вначале. Что ты видишь? А я вижу вот это. А что чувствуют там присутствующие? А где здесь ты? Кто из них ты? Вот что ты чувствуешь? Хорошо. А теперь достань карту, а как бы ты хотел себя чувствовать? Тебя здесь все устраивает? Можешь сказать да, может сказать нет. Если устраивает, прекрасно. Мы достаем, может быть, другую карту. А потом уже следующую карту желаемого состояния. И здесь на столе можно в пространстве посмотреть, а как им удобно развести на дальнее расстояние и приблизить. Вот тебе удобно такое расстояние, они хорошо расставлены. И в какой-то момент ребенок говорит, да, внутри он ощущает. И мы здесь между этими двумя состояниями, это пункт А и пункт Б, вот то, что ребенок сейчас чувствует, и то, к чему он хочет прийти. Наша задача выстроить маршрут. Этот маршрут мы уже можем нарисовать, можем достать разные карты в закрытую или в открытую, можно выбирать героев сказок. А какие качества, например, можно взять? Нужно, чтобы стать вот таким. Вот, ты сейчас такое ощущение
тебе грустно, а ты хочешь быть радостным. Что для этого нужно сделать? Нужно взять игрушки или что-то сделать, да? Так, сейчас я вижу ваши вопросы, прерву на секунду и отвечу на ваши вопросы. Где можно приобрести карты? Маккартс, Макомани. Можете в Яндексе набрать метафорические карты, купить. В Озоне, в Wildberries есть специфические сайты, есть именно... Мне очень нравится вот с детьми работать. Это Катамоции Довлатова, который я сказала. У него сюжетная колода Emotion. Прекрасно работает и персона, фотографии. Нет, там Эго, кажется, называется. И много есть карточек Камилы Крюгер. Это все о нем. Там очень радостные, веселые. Просто я отнесла в кабинет, сейчас у меня с собой нет вот этих карточек, чтобы показать. Вы можете просто посмотреть и выбрать их для себя. Так. Секунду, я посмотрю здесь, есть ли что-то из этого. Да нет, нет, все осталось там. Карт можно спокойно приобрести где угодно, они по цене разные. Есть колоды карт Ирины Орды, Довлатова, вот хороших специалистов, еще какие есть. Вот можно посмотреть, есть роботы, есть карты с ждуном, но я использую больше всех вот... и колоды с кошками, с животными, и семья, и вот эти Камилы Крюгер. Если сейчас я скажу. Так, здесь есть колоды «Мои ресурсы». У нее... Вот, мои ресурсы, она, он, неизвестные тропы, все в твоих руках. Очень красивые, совсем недорогие, пожалуй, это самые дешевые метафорические карты, которые есть сейчас на рынке. Расправь свои крылья. Я большая и маленькая. Можно их спокойно приобретать и с ними уже работать. Итак, переходим к нашей теме. Выстраиваем шаг за шагом. Здесь уже вы можете использовать свою методику. Если вы в изотерапии, то вы эти шаги рисуете. Нарисовали и проверяете ощущения. Что-то добавляете? Достаточно? Хорошо. Дальше мы что-то добавляем. Если это музыкотерапия, то мы можем сыграть, спеть. Если это сказкотерапия, то мы можем написать свою сказку. Вот сказка какая? Вот представь, что ты сказочный герой. Как мы назовем этого сказочного героя? Да, а давай, у нас герой чувствует такие ощущения. Что будет он искать? Где находится вот этот клад? Ну, ребенок говорит, например, если у меня будет вот эта игрушка или что-то. Давай посмотрим, как в волшебной стране вот эта игрушка там находится. Кто встречается, с кем встречается, чему учится, какие волшебные инструменты ему нужны, там шапка-невидимку выбирает или волшебную палочку. Это разные вещи. Если ребенок выбирает шапку-невидимку, то он хочет быть невидимым. Если сапоги с хороходы, то быстрее дойти до цели, он такой решительный в своих действиях. Волшебную палочку надеется на помощь извне. Вот смотрим, и получается вот выбор этих инструментов уже как бы есть. Причем этот инвентарь можно, например, игрушечные игрушки могут быть, да, вот это сапоги-скороходы, маленькие какие-то сапожочки, и ребенок берет, может это карточками изобразить и взять, он вставляет, какую возьмет, в каком случае будет использовать. Так, в любом задании, в рисовании можно видеть состояние ребенка, верно, да, Елена.
Урок всегда начинаем с разрисовки и кричалки, по классу бегаем. Главное не столкнуть мольберт и краски других. Да, если... Прекрасно. Смотрите, очень я бы рекомендовала еще в начале занятий, мне очень нравятся кинезиологические упражнения, если уж мы поговорили о начале занятий, то самое простое, вот взять два пальца, большой и указательный, поставить вот сюда, на впадины под ключицами, а вторую руку, ниже пупка, на лобок. И вот наверху крутим, а внизу рука просто стоит. И дышим так несколько минут. Можно посмотреть наверх, глазами рисовать восьмерку, бабочку, что-то приятное. И подышать минутку. Включаются это точки космоса, как говорят, меняется эмоциональное состояние, и дети уже готовы работать. Подскажите, с тревожностью у ребенка какие... А вы знаете, то же самое. Вот ребенок тревожен, чего он боится. И вот пока на пути расставит каждую фигурку, мы будем с каждой фигурой работать. Но не сразу входим в тревожность, а постепенно, шаг за шагом. С другой стороны, тревожность, если посмотреть по... Хокинсу в таблицу. Где находится? Это на уровне страха. Страха, то есть нам надо эмоционально его приподнять. Как мы вначале эмоции ребенка поднимаем, и только с более высокого эмоционального состояния он может решить. Как говорил Эйнштейн, ни одну проблему невозможно решить на том уровне, на каком она возникла. Человек находился в унынии, в грусти, апатии, он сделал ошибку и попал в эту ситуацию. Он там не может. Ему или извне кто-то должен прийти, или ему помочь поднять эмоционально выше. И состояние, например, даже хоть с той же агрессии, гордыни, он найдет решение. У него появятся эти шипы, хотя бы какие-то шипы, как у кактуса. И он начинает защищать сам себя, находить решение. Тревожность. С чем связана тревожность? По сути, это страх. Надо найти какой-то способ... Это страх преодолеть, нейтрализовать. Ну, более конкретно надо ситуацию рассматривать. Один способ – это эмоционально поднять. Другой способ – взять какой-нибудь волшебный инструмент и даже этот инструмент иметь у себя. То есть ты представляешь, теперь мы этот инструмент, там шапка-невидимка, лучше не шапка-невидимка, когда сбегает. Хотя в какой-то момент это тоже можно, если... Ребенок боится чудовища, которое ночью появляется, и вот темноты. Тогда он берет просто шапку-невидимку и становится незаметным. И эту шапку-невидимку мы, как компьютерную программу, предлагаем ему вшить в тело. То есть у тебя есть кнопка на пульте управления. Ты как нажимаешь его, эта шапка-невидимка у тебя активируется. Активируем. Где у тебя эта кнопка находится? Давай посмотрим. Ребенок сам называет на себе, в моем теле. А теперь представь, ой, я тебя не вижу. И он это вот начинает делать. Ты становишься невидимым. Да, люди тебя видят, но вот это сказочное существо перестает тебя видеть. Это какое-то временный инструмент, даже может быть довольно длительный, который позволяет ребенку остановить вот эту тревожность. И дальше уже мы учим его в реальности преодолевать сложности какие-то жизненные. И тут важно фиксировать каждое ощущение на каждом этапе. И заботу всегда считаем завершенным, если выбранные карты свободно могут сходиться. Да? Вот я сейчас, и я тот, который хочу. И можно даже перепрыгивать. Очень хорошо работает практика портал. Что это такое? Вы чертите линию, портал, вот здесь ты такой, а там ты такой. И переходит ребенок через эту линию туда. Что ты чувствуешь? То. И несколько раз туда-сюда, туда-сюда. Постепенно вот эта разница нивелируется, стирается. Приходит среднее состояние, нечто может быть и чуть больше. И получается преодоление каких-то ощущений.
то есть на телесном уровне мы меняем. Когда мы говорим о формировании волевых качеств, то что мы смотрим? Что мешает формированию воли? И что, как можно помочь? Если страх неудачи, то мы создаем возможность приобрести опыт побед. Маленькие шаги, при котором ребенок побеждает, и мы его поздравляем. Мы не умеем отмечать радости. И не торопим. Если ребенок говорит: «О, я выиграл, ура, ура, ура!» Мы не говорим: «Ну что, успокойся, ну подумаешь, выиграл». А для него как раз вот подумаешь, выиграл. Как здорово! Мы присоединяемся к его чувству победы. И он запоминает это чувство победы, наслаждение от этого. Дальше. Что мешает формированию воли? Отсутствие мотивации. Если мотивации недостаточно, чтобы я приложила силы, тогда что делает? Мы находим мотивацию, регулярно повторяем и обновляем, чтобы он не забыл эту мотивацию. Выученная беспомощность – это с подачи взрослых. Когда мы говорим: «Ой, да я тебе помогу, я за тебя сделаю, да у тебя не получилось, я лучше сделаю, да-да, отойди». Вот это и есть выученная беспомощность. Поэтому мы доверяем, позволяем ребенку делать свои ошибки, постепенно усложняем задание. А сейчас я дам очень-очень сложное задание. Да? И мы даем какое-то задание. Неважно, оно сложное, несложное. Он включился. И не помогаем. Помогать только в том случае, если ребенок просит. И то: «А ты подумай, ты точно не можешь? А в чем нужно помочь? Уточните маленькую-маленькую деталь». И даем, конечно, время самому справиться, потому что у каждого ребенка своя скорость. Своя скорость. Вижу ваши огонечки, друзья мои. Это все на выученную беспомощность пошло. И образ волевого героя. Мы рисуем образ героя. Для этого рисуем, можно вылепить, обмундировать его, какие у него одежда. У девочки может быть красивое платье, это тоже обмундирование, окрашенные ресницы. Нарисовать герб, на котором изображены желаемые качества. Эти качества мы переносим в ряд символов. Герб, и желательно этот герб поставить на видное место, и появляется образ воли. Он постоянно ходит и видит свой герб, он должен соответствовать, он должен ему соответствовать, потому что этот герб вышел из него, из его состояния. Вот. И практика ходить походкой изображенного героя, который говорит голосом, как он говорит, может даже какие слова он использует, рассказывать о чувствах. У окружающих попросить аплодировать. И, кстати, мы, как ведущие, мы просим: «А дети, вам понравилось, как этот герой? Давайте аплодируем». И аплодируем, присоединяемся. Чем больше аплодируют, тем больше энергетического заряда получают дети, а другие, которые сидят, хотят, чтобы им тоже аплодировали. И они начинают телом работать и усваивать все эти элементы. И если мы смотрим целостную систему деятельности личности, то, друзья мои, надо быть тем, кто героем волевым, делать определенные действия и тогда иметь результат. Вот эти три составляющие очень важны, и запомните их. И когда будете работать с детьми, вывести нужно ребенка в состояние быть таким, который он есть, делать несколько шагов и отметить, а какие результаты, потому что иметь результаты, видеть и результаты, это значит иметь мотивацию. Вот на этом, друзья мои, завершаю. Большое вам спасибо за ваши отзывы. Ну что ж, надеюсь, было полезно, и вы сможете использовать. Берите, вот если у вас остались вопросы, внизу видите мою ссылку на мою страницу ВКонтакте, можете задавать конкретные вопросы, если что-то интересно. Именно по картам тоже можете зайти и задавать, я вам покажу эти карты, скину фотографии. Все, благодарю вас, на этом завершаю. До свидания.